didn't even get to run. Перестраиваемся, немножко другая команда, но здесь остались еще... Есть еще другие звезды, поэтому... Это можно удалить, да? Качество, наверное, лучше. Вот команда действительно, вот нету такого, никто, кто, нет ни одного игрока, который выпадал бы на тренировке, поэтому, наверное, отличается команда. Мы в свое время с Игорем Смольниковым еще в 11 лет играли вместе в «Локомотиве», хорошо с ним знакомы. Даже там где-то с 10, с 9, да, вон он там орет, он подрос как раз. Поэтому немножко позволяет себе. Раньше он был вообще маленький, хрупкий, поэтому раньше он на ручках носил, а сейчас, видите, возмужал. Кличку вам какую-то рабочую уже придумали? Буду. Кричат игрочишка, по-моему. Моя фраза крылатая, не могут не простить ее. Поэтому еще посмотрим дальше. Отпуск, Артем, был полноценным или немножко нервным из-за того, что все-таки переход из одной команды в другую, непонятно, что ждет. Может быть, надо было как-то себя по-особому в форме держать? Второе место занял. Первый раз на легкую атлетику чуть-чуть позанимался, там было в Москве, поэтому потом уже будем решать бытовые проблемы.